Сегодня активно ведутся разговоры о замене английских слов, которые прижились в русском языке. Но так ли легко это? Сегодня узнаем у жителей Казани, насколько просто заменить английские слова синонимами из русского языка. Первое слово – стартап. Бизнес. Я не знаю. Начало, зачало, старт. Стартап, начало. Начинание. Начинание. Второе слово – бэкстейдж. Это невозможно. Типа, я не знаю реально. Чего? Бэкстейдж. Я не знаю, что это. Занавеса. Я не знаю, что это такое. За кадр. Хорошо, третье слово — кейс. Источники, хорошо, пусть будут источники, ага. Я вообще не шарю в этих молодежных словах. А вы на каком разговариваете? На прям настоящем русском. Я не люблю сокращения, не люблю заимствования, вот. Проект, идея, мысль. Кейсы, сундучки. Сундук. Сундук. А следующее слово — коворкинг. Не знаю. Совместно, ну, локация, коворкинг, не знаю. Незнакомое понятие. Работа грязная. Это не знаю уже. И последнее слово — сэмплы. Не знаю. Сэмпл? Ну, это только сингл. Звуки, музыка. Какие-то простые вещи, наверное. Оказалось, что многие жители Казани даже не знают этих иностранных слов. Они пользуются русскими. А это был соцвопрос с Ильей Гизатова, Алия Кульбарисова. Всем пока!